Добрый день, уважаемые телезрители. Мы находимся в теплице нашей экспериментальной. Дрем швидо бисад зур пасот элема ураблебо. Чвенс экспериментатор сад туршивим хопебит. Дрес швиди агустоа. Китрис моханас дат квентвис миси моханис технологии сгац на басвагрзелеб. Асеве коебис дава дебе бисадам ценерета датсвис сашвалебе бишесахеб гизиерепт информациас. Ги коебит турогор шейдзлеба китрис грзел брунваши мохана та магали мосавлис мирэбам. День мы собираем огурец уже второй месяц, чуть больше. И сейчас, на данный момент, с одного растения... Трейсатвис укой мёритвия рэцк итрскорэпт, да ахла эртим ценариден ортвэши сашвалот 8 килограмми да 200 грамми авигэт. Рогурц цинагадат сэмаши агунишне культурис мокванас да ахлоэбит октомбрам дэва пирэпт. Туки аминди халшэгуц хопск и дэвгава грзэлэпт. Китрис мдгомареопаса чэва пасэпт. Состояние огурца хорошее, заболеваний нет, очень редко появляется, мы контролируем. Дрейсатвис китри карг мдгомареобашия, дава дебеби ара ан ძალიან იშვიათად ვლინდება. Ვაკონტროლებთ მათ. Დღევანდელ გადაცემაში განვიხილავთ მცენარის ფორმირების საკითხს. Დღევანდელ დღეს ცენტრალურ ღეროზე ვმუშაობთ. Ასეთი ნასკვები გვაქვს ეს კომპანია სინგენტას ჰიბრიდის პინოა. Ამ ჰიბრიდის თითოეულ კიტრზე ხორკლებია. ეს ჰიბრიდი რაღაც კიტრსა და კორნიშონს შორისაა. საბჭოთა კავშირში იყო ჯიში ფენიქსი. Ეს რაღაც მსგავსია. Сакмут транспортабелуры, едем котре гемолнурит висебе биакус. Как зеленец и корнишон, то есть это что-то, как раньше были сорта в Советском Союзе, что-то похожее на феникс. Эскитри рогорц эсит дахурул грунчи мухалтратган, мас генетикаши партенук арпияакус. Иствуит мтвервадим ценария, мас сам тверебели, ану пруткари ашчирдеба. Рядкмаунда тум цериарис унджобезия, маграм принципчим ценарем сакмут каркат гани витаран наскоби. Сам ему не нужно опылитель, пчелы и так далее. Конечно, если есть насекомые, это лучше, но в принципе, как вы видите, очень хорошая зависть. Сейчас мы даем активное питание. Мы сделали небольшую паузу для того, чтобы он отдохнул. Ахла койбас актиурат вазлеутам циредроид пауза гавак этет тавасуэнет мценаре. Китрис гаргоули рауденоба авигет. Ганфтвюртет мценаре. Чамова шорет цурили сашвалудам схуэли накопевиц. Да эрткуриани пауза авигет. Эртек ура мосавали арагуэгия. Ром мценарес залебиагет гиня. Ай ахла накопевц гуазлеус. Худ швидриани паузы шемдек наскопс титуал убеши игретепс. Я рассказывал в предыдущих передачах, мы работаем на пасынках, то есть у нас выходят боковые пасынки, мы два огурчика оставляем и прищипываем верхушку, то есть у нас дает дополнительно на пасынках, дает... Рогур цина гадацемаши аугнишне геребзе вмушаобт, геребияха гуэрдебидан гамудис, оргитр стовебт да вацгуйдаут цуэрс. Титуэли гэри дамэтэбит ор гитрс гуазлэус, шэмдэги гэри эртметриани дашурэбис шэмдэг гамокуаус. Марзиум сценария румелис ардагвишуя квэвит, марцхэна рикшиким сценаре дашвэбулия. Ахал нахотм сценаре румелсац тавиданвэ ганвэхилаудит. Ай рамхэла гэрэуагус, ак даахлоэбит 7 метрия. Ахлам схмойяре болос цина ярусия, хэдаут рамдэни китрия. Олапери койбаса да сарцхав режим зея дамоги дебули. Шемдегац мовицхавс да чуэн давагуэрдабит рогур ганвитардебам сценаре. Ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარის ქვემოთ დაშვებისას ღეროს შიგნით, რიგთა შორის მოთავსება, რომ მცენარე არ დავაზიანოთ. მცენარის დაწევას, როგორც უკვე გაჩვენეთ, გორგოლაჭის მეშვეობით ვახორციელებთ. Დაწევის სხვადასხვა ვარიაციები არსებობს, მათზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. გორგოლაჭიდან მცენარის წვერამდე 40 სანტიმეტრიანი მანძილი უნდა იყოს. მცენარეს თოკს ირგვლივ ორ ბრუნად ვახვევთ. Რაც შეეხება კვებას, აზოტისა და კალიუმის ციკლებს ვანაცვლებთ ერთმანეთს. Эртхал азотс вазлеут орджер калиумс 5-7 дгис монацлеобит. Значит, по питанию на сегодняшний день мы циклично работаем между азотом и калием. То есть мы даем один раз азот, два раза калий. Вот в цикле где-то ориентировочно 5-7 дней мы даем азотное питание и даем два раза калийное, потом повторяем. Киде врисит к мамсурс амкитрис гибриди шесахеб. Мазде дгес магали пассия, радган магали температурули режимия. Сакмаут момгебияния ахла китрис моквана. Максималурат вагурдебит да вупртхилдебит культурас. Амитом аз дгес дгаобит асет магал мусавал свирепт.
Радше гебам ценерте датсвас ахлак велазе диди проблема сад пурепшит кипа. Ромелиц дзалиена зиенепс потолс. Амитам в мушаобт акарицидебит. Акарицидебис гамуқенеба эрчирадат архдеба. Де рекомендация суцев акарицидис самджер гамуқенебас отхдгияни интервалит. Машин эффект уроба дзалиен магали екнеба. Но в принципе акарицидами нужно работать не одноразово, а я рекомендую вам работать в трехразовом цикле. То есть вы работаете акарицидом против клеща, потом пауза 4 дня, делаете повторную и через 4 дня еще третью контрольную обработку. Тогда эффективность будет очень высокая. Значит, водный режим. Если мы поговорим по водному режиму, конечно, огурец очень потребляет много воды. Ахлаки сарцкав режиме псависауброд. Китри залиян бэрцкалс моихмарс. Радкваунда китрс асэцхал климатур пиробэбши рогориц. Ака бэврицкалис чурдэбан. Акаки 43 градусия да тэньянуба 70%. Залиян магали температура, амидам ховол дгэвцкалт. Кави меуреб ахла да акамдэц бэрджер миткомсром. Сарцкав режиме китрэствис залиян нишналования. Арше Асец хал циклши мурцкоп шорис пауза бизгакетеба. Радган кидрис циритади шематгенели цхалия. Амтам дгэши орджер цхаут мценарес. Дилит да дгэсит. Дилит эрт мценарес таахлобит эрт литр цхал суазлэут. Дгэсит литра нахэварс. Вагвардабит мценарес мткомареобас да тэньянобис мачуэнэбэлс. Асети сарцхави режими гокс ахлам. Дгэйсатвис сулэсико мамоал шэхвэдрамдэ саперауза. Гуйгурэд бэрс сияхлэс кбирдабит. В принципе, такой режим сейчас полива. На сегодня все в нашей рубрике. До скорых встреч на канале Саперави ТВ. Смотрите нас, будет еще много интересного. До скорых встреч!